Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске опасный раннер, убойный шутер, смертельная аркада, онлайн-драконы, аквагонки и трэш от трэша. Невысокий рост, рабочая одежда, белые перчатки и усы. Возможно, ты подумал о Марио, но я говорю о персонаже нового аркадного раннера под названием Box Invaders. Твоя задача – увиливать от противников и препятствий для набора рекордных очков. А делать это можно кучей способов. В начале пути ты сможешь проворачивать уровень. Потом начнешь уничтожать препятствия с помощью огненных шаров. После будешь притягивать бонусы. Потом станешь и вовсе неуязвим. И напоследок герой вырастает до гигантских размеров, снося все на своем пути. Веселая игра. Обидно только, что в ней 100 способов умереть, и заканчивается она неминуемой гибелью персонажа, а не спасением принцессы. Major Gun – это аркадный шутер, где тебе предстоит сражаться с террористами, захватившими военную базу. Убивая противников, ты будешь повышаться в звании, что откроет для тебя новые горизонты амуниции. В игре 13 видов оружия с возможностью модернизации, различные виды врагов, десятки боссов, более 100 декораций и стрельба в slow motion. Детишки часто бывают проблемными и нередко попадают в неприятности. Но когда речь идет о ребенке смерти, неприятности приобретают вселенский масштаб. Little Death Trouble – это забавная аркада с элементами пазла. Собирая детали портала, ты будешь подставлять правильные кусочки уровня для успешного прохождения. Тебя ждет 24 уровня в двух локациях, 2 бонусных режима и красивая 2D-графика. Dragons and Titans – это многопользовательская онлайн-игра, где тебе предстоит стать повелителем драконов. Освободив своего титана из плена, ты сможешь оседлать одного из 30 драконов с уникальными способностями. Пройди одиночную кампанию, поучаствуй в PvP и схватках по мультиплееру, зарабатывая новых драконов и достижения. Хотел ли ты когда-нибудь, прицепив миниган как вабайку, поучаствовать в смертельных гонках на выживание? Если да, то ты очень странный человек, которому точно придутся по вкусу постапокалиптические гонки Hydro Storm 2. В игре десятки видов оружия, 6 водных трасс и много бонусов. Ну и приступим к трэшу. High Surfer – это раннер, главным героем которого является бегущая в юбке на каблуках девушка. Увиливая от снеговиков, мы будем собирать подарки и звездочки для набора очков. Как видишь, сюжета, как и таблицы рекордов, тут нет. Зато в игре есть место для развития фантазий. К примеру, в моем представлении, эта девушка, выбравшаяся из подвала маньяка-проститутка, похищенная позапрошлым летом во время очередного заказа. Но не могу я придумать иную причину для зимнего бега в юбке на каблуках женщины с видом легкого поведения. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий мужик, будь мужиком, блин. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.